Для начала убеждаемся, что наша прошивка является устаревшей, зайдя в пункты «Основные» и «О телефоне». Операционная система будет не более чем показанная на экране, и будут отсутствовать многие функции, как, например, задержка выключения. Первое, что мы делаем, на отформатированную флешку FAT32 записываем файл os.updatezip, после чего вставляем флешку в магнитолу. Жмем «Продолжить». Начинается первый этап обновления прошивки. После каждого процесса форматируйте флешку, если она у вас одна, и перезагружайте устройство с помощью кнопки Reset. Второе, на отформатированную флешку FAT32 записываем файл mcu-bin, после чего вставляем флешку в магнитолу. Жмем MCU и ожидаем результата. После обновления не забываем делать ресет. Последнее. На отформатированную флешку FAT32 записываем файл system, после чего вставляем флешку в магнитолу. Жмем APP и ожидаем результата. И опять же, после обновления не забываем делать ресет. Готово! После установки всех трех файлов, ваша система будет обновлена и расширится ее функционал. Появится возможность настройки логотипа, установки задержки выключения магнитолы и многое другое.